Так, давайте еще раз. Так. Фу. Так, взяли очередной секрет. Печально. Ну что ж, теперь возвращаемся обратно в ту зону. Валим, валим отсюда. А, тут же у нас сломано, я и забыл. Что хотите, то получаете. Фу, капец, у нас уже 56 столбов. Это как капитальный рекорд по сравнению с первой частью. Но правда, в первой части там они очень медленно тратились. А тут просто капец. Все, валим, валим, валим. Да пропусти меня. Так, полностью текаем, полностью текаем. Вы мне не нужны. Правда, конечно, было бы прикольно покачаться. Но слишком долго это будет. Так, мы просто валим, просто валим. Чтоб вас всех. Так, хорошо. А уйди же ты. Эта дверь у нас открывается или как? Да, священный ключ, разумеется. Да. А, я понял. Здесь нам нужен лед. Да разрушайся уже. И что у нас находится здесь? Очень любопытно. Так, понятно. О, нет, это что, опять та штука, в которой нужно... О... Классно. И куда это интересно я попал? На карте мне это покажут или нет? No, я в неизвестности.
Печалька. Ну, я надеюсь, нам нужно было сюда идти. Сделаю автосейв на всякий пожарный случай. И давайте посмотрим, что здесь находится. Аптечка. Так, что вы не разрушаетесь. Хорошо. Так, этот чувак меня не пропускает. Ладно, валим. А, блин, вы мне не нужны. Пропустите меня. Интересно, что же здесь такого находится? Валим, 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 валим. Иди ты нафиг. Вау. Блин, меня проткнули. Да давай же. Так, первым делом мы лечимся. Так, вторым делом. Так, давайте выберем ветерок. И подуем. Ладно. Лед. Давай, атакуй же. Активируем. Так, где наш громовой меч? Спасибо. Тут у нас ничего не спрятано. Сохранка. Ну давайте сохранимся. И теперь уже на третий слот. На всякий случай. Так, карта пещеры демонов. Хорошо.
Ух ты, как симпатично. Так она просто что, круговая, что ли? Ясно. Хорошо. Обойдем ее. Мухи или кто они там. Короче, пропусти меня. Так, пора лечиться. И дать тебе по шее. Как-то так. Вау. Как вас много. I'll help you. Помощь мне сейчас капитально не помешает. Блин, это дайте мне сферу-то поглотить, падлы. Есть! Ай-яй-яй-яй-яй. Фу. Так, хорошо. Идем дальше. И ищем приключения на наше мягкое место. Так, стоп. Блин, все-таки перешел. Давайте сейчас на карту гляну, у нас сзади что было или нет. Нет, вроде бы ничего особенного, ну ладно. Великий порошок. Так, мне нужен ветер. Как я понял, так не то. Ветер. Да иди ты нафиг. Травка. Опача. Класс.
Да, я абсолютно не понимаю, что я делаю. Ну ладно. Как же тебя правильно сдвинуть-то? Так, ну если рассуждать логически, так. Да, не выходит. Ладно, сейчас разберемся. Так, раз. Три. Готово. Камень силы. Обалдеть. Хорошо. Ну что, чувачок, сейчас мы тебя оживим. Ах, так, с одного спасли, идем дальше. Давай теперь ты. Так, кто следующий? Так, тут же еще челы были. Давайте вас оживим. Не понял. Давай. Наконец-то. Так, теперь ты. Аптечка. Хорошо. Так, ну вроде бы все, тут больше никого нет, так что я думаю, можно выходить уже отсюда. Так, да, вроде бы все. Всю пещеру мы обошли. Ничего мне интересного, правда, не было. Но ради прикола стоило пойти. Посмотреть, что тут вообще такое. Да, выбираемся с этой пещеры. Все, уходим, 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 уходим. Так, ничего тут не больше нет. Все, валим. Валим, валим, валим. Так, я хоть правильно иду. Карта. Восточная башня. Но, в принципе, у меня пути другого больше и нет. Остается идти только по прямой. Так что погнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пусти меня.
валим. Так, стоп. Кое-что еще я хотел проверить. Ага. Ну там у нас завалено, я помню, да, поэтому мы тут не пройдем. Вот так тебе. Есть. Получил вторую сферу. Фу. Воскрешаемся. Да, я провтыкал насчет житок. Фух. Так, а то ж ты подохнешь. Фу. Теперь твоя очередь. Отдыхай. Все, заходим. Так, что у нас тут мигает? Что-то тут есть. Может, мне надо что использовать? Так. Не то. Странно.